Всем привет! Снова прямой эфир и снова новая коллекция Platonic Love. Я вчера проводила, делала дизайн. Сегодня села, сделала красивый абстрактный вариант. Очень симпатичный. Захотелось сегодня снова тоже выйти в прямой эфир и тоже показать с этой коллекцией дизайн. Очень красивые разводы. Я как-то давно-давно такой вариант делала на черном фоне. И вот сегодня с Platonic Love поняла, тоже будет очень хорошо, потому что здесь, видите, в коллекции идет один цвет контрастный, такой насыщенный, голубо-синий цвет, и три вот таких выбеленных пастельных оттенка. И они тогда классно дружат друг с другом, потому что я как фон буду сегодня снова использовать синий, а дизайн буду пастельными делать, как вчера. Ставьте плюсики, кто вчерашний эфир уже посмотрел с Platonic Love. Так, ну а мы с вами переключаемся. Вот они, эти дизайны. Я прям аж маникюр такой захотела. Хотя я обычно люблю что-то более перегруженное, когда много всего. Но сегодня захотелось такой более спокойный вариант сделать. Видите, вот я вчера показывала во вчерашнем прямом эфире тоже вариант с градиентом, кусками. И также использовала вот этот синий цвет как фон. И сегодня опять снова я буду использовать синий цвет как фон. Так, цвета. Вы знаете, что у нас основная коллекция локомотивная весна-лето, она очень яркая. И сейчас мы выпустили еще одну коллекцию, но она тоже такая весна-лето, промежуточная, ее небольшой объем. Сейчас давайте перед тем, как делать дизайн, я, наверное, сделаю выкраску быстренько. Вот, и будем с вами абстракцию делать. Так, номер 375. Такой красивый цвет. Тифами, скажем так. Вот он и не пастельный, и не слишком яркий. Там не все любят такой классический зеленый, который у нас вышел летний, да, 368. Это такой вот прям классический цвет Тифани. Для морского побережья и просто для летнего городского маникюра самое то. Ace Base. В ближайшее время еще в других оттенках. Смотрите, ну у нас сейчас только вышло два новых оттенка ярких. Вот, поэтому пока не планировали. Так, смотрите, какой зеленый красивый яблочный. Он считается, конечно, супер-ультрамодным. Вообще вся коллекция летняя, она вся очень яркая, насыщенная, потому что, ну, это тренд сейчас такой. Но не все готовы к таким трендам. Поэтому Platonic Love – это для более такого классического маникюра, базового, весенне-летнего. Так, следующий цвет номер 373. Сейчас мы быстро выкрасим и будем с вами делать вот такие красивые варианты. Прям. Я ж прям ногти захотела, чтобы мне кто-нибудь сделал. Нет времени сейчас на маникюр, видите? Есть только время на тестирование новых продуктов и на эфиры для вас. Вы знаете, что я месяц просидела ВКонтакте на своей личной странице, раскачивала ее. Ну, считаю, что достаточно успешно я ее раскачала. Я еще раскачала страницу Эми Онлайн, я там марафон провела ВКонтакте. Вот сейчас снова вернулась в Инстаграм, потому что немножко подзабросила его в плане прямых эфиров. Очень красивый, такой холодный, классический голубой цвет. Так, следующий цвет. Ой, вот этот, конечно, прям очень вкусный. Где он у меня? Юля, ты у меня не брала? А, все,
Номер 376. Бедная Юля, я ее уже замучила. 376. Ты это прям вот вкусняшечка. Женщины и девочки любят такой маникюр, просто однотонный. Даже дизайн не требуется, когда такой маникюр. Такой красивый, коралловый, на основе неоновых пигментов оттенок. Вкусненький. И цвет синий. Да, тоже достаточно такой сочный. Хотя в нем большая доля белого пигмента присутствует. Но все же он достаточно насыщенный. Но за счет того, что здесь есть в составе небольшое количество белого пигмента, он смотрится ярко по-летнему. Потому что более глубокие темные оттенки, они больше, конечно, для осени, для зимы. А вот когда он синий, видите, выбеленный, и он такой слегка, видите, через фиолетовый, через мадженту, через розовый, такой теплый синий, даже можно сказать, такой небесный синий в закате. Вот, когда присутствуют нотки мадженты, нотки розового. Вот, поэтому сейчас, как и вчера, предлагаю использовать этот цвет номер 374 как фон. Вот, как фон, потому что он насыщенный и контрастно по отношению к элементам дизайна идет. Вот вчера тоже. Кто вчера пропустил прямой эфир, он уже в ленте есть. Вот, обязательно пересмотрите. Так. Сейчас у нас такой быстрый эфир. Я у вас много времени не заберу. Так. И поехали. Фон. Сначала делаем с вами фон. Сделали фон. Дальше готовим цвета. Как мы их будем готовить? Так, вот я беру палитру себе. Цвета берем 371. Цвета нужно будет размешать, если мы хотим, чтобы получились красивые воздушные разводы. Они, в принципе, и так бы получились разводы. Вот кто-то скажет, это очень долго, вот зачем такой геморрой. Но вот если мы сейчас эти цвета разбавим, они дают другой эффект, когда их накладываешь на мокрую основу. Что мы будем использовать как разбавитель? Сейчас я вам расскажу. Как разбавитель мы с вами используем Base Amy Lac. Вот он, Base Amy Lac идет как разбавитель. Добавили. Так. Сейчас мы с вами размешаем. Размешали. Мы другие разводы. Вот все равно по-другому получается. Все сделали. Теперь берете веерную кисточку. Чем его заменить? Ну, возьмите любую другую базу. Я так думаю, даже если будет даже база другой фирмы, главное, чтобы она была жидкая. Вот, я так думаю, что любая база подойдет. Главное, чтобы она была прозрачная и низкой вязкости.
вот, чтобы она была низкой вязкости. Вот, если брать в Эми, видите, в Эми это единственная база такой вязкости. Вот, она самая жидкая, вот, поэтому если брать в Эми, ну, можно еще медиум взять, смотрите, в принципе, можно взять медиум бейс Эми лак, но она более густая, мне кажется, хотя, наверное, я так думаю, что получится разводы, попробуйте тогда медиум. Так, теперь берем топ-слайдер и наносим небольшую основу, тоненько. Здесь красиво сделать именно в центре, поперек. И, конечно, желательно, чтобы, знаете, вот маникюр был не короткий. Потому что на коротком маникюре, возможно, будет не очень смотреться. Здесь вот именно классно то, что длина и дизайн идет тогда поперек. Все, и смотрите, набираем. Еще раз. Добавили. Можно, смотрите, он уже плыть начинает. Можно сейчас взять дополнительно, где вот нам хочется. Разводы добавить, ну, там не обязательно. И нужно дать время ему растекаться. Видите, как симпатично начинает получаться. Вот здесь вот прям видно, что вот такая дымка, вот сейчас зеленый начинает отсоединяться, красиво растворяться. Все, сушим в лампе. И оно вот каждый раз неповторимо получается. Вот, видите, здесь вот именно классно, когда... Давайте сейчас тоже такого плана вариант попробуем, но только чуть-чуть добавим еще элемент с разводами. Блин, красные, классные ноготочки. Также я возьму этот же цвет, только добавлю к этой компоновке разводов еще один элемент. Так, быстренько делаем однотонное покрытие. Сушим. Так, ну сейчас вот видно, видите, как красиво расслаивается гель-лак в этом случае, когда вы его смешали с базой эмилак. Все, и теперь, если мы хотим поработать с теми же шармиконами, нужно взять Теклос. Теклос – это топ без липкости. Девочки, типс, секретарь нашел на Алиэкспресс, купил. Мы причем купили много, потому что они все на картинке выглядят одно, а приходит совершенно другое. Вот, не знаю, девочки, где-то на Алиэкспресс нашла. Вот, правда, ждали очень долго доставку. Но я говорю, что нужно это вот на рынок съездить к себе. Мне сказали, что на рынке такого плана тоже можно найти типсы. Так, снова топ-слайдер. Эми типсы, когда будут, не знаю. Потому что, блин, цена у них, конечно, теперь будет просто космическая. Причем не то, что из-за себестоимости, а из-за доставки. Доставка сейчас 4 раза стала дороже. Так. Снова делаем то же самое. Сейчас мы просто еще один элементик добавим. Можно даже, смотрите, сейчас базы еще больше добавить. Что прям такой
прозрачный цвет получился. И можно вот к нашей абстракции добавить вот такие элементы. Они тоже будут сейчас красиво растекаться. Именно из-за базы растекается красиво. Все, дайте чуть-чуть подождать. Вот видите, тоже симпатично получилось. Все, и кладем в лампу. Этот такой эффект вот дает база и милак. Причем, я так думаю, без разницы, какие гель-лаки, главное брать вот эту базу. Кто спрашивал, какую другую можно базу, пробуйте другие базы. Если брать Эми, то в Эми только такая жидкая база. Других жидких нет, медиум, мне кажется, не даст такие разводы, потому что он гуще. Вот. И делать это нужно по топ-слайдеру. Вот. И делать это нужно по топ-слайдеру. Так... Также давайте теклос нанесем. Все, у меня уже теклос закончился, господи. Сейчас другой теклос открою. Самый большой расход топа у меня теклос. Ну, потому что я постоянно дизайны делаю. Вот. А мы теклос чаще всего используем как основу под шармиконы. Вот очень любим использовать. Хотя и как финиш его тоже очень многие любят. А, сейчас предлагаю взять... У нас есть серия «Мужские шармиконы». А, они выходили, знаете, под такую молодежную тему. Кто помнит эту серию шармиконы мужские? Они очень прикольные. Сейчас я покажу какие-то номера. Вот, не смотрите на то, что там стоит приставка «мен». Это очень классные шармиконы, если у вас обслуживаются молодые девочки. Вот кто такие возраст, тиктокеры, кто 18+, кто 20+, кто 25+, кто любит такой, знаете, спортивную одежду, сочетает с огромными длинными ногтями. Вот эти шармиконы очень классные. Вот у нас Аня Акколот, она сейчас в Санкт-Петербурге живет. Мне такое чувство, что она только эти шармиконы использует. Вот. Ну, все зависит, конечно, от региона. Какой регион? Вот они. 181, 182 и 183. Очень прикольные. Особенно вот этот, где буквы, и вот эти вот, где смайлы. Хотя, наверное, с черепами тоже классные. Вот. И вот там, где буквы, здесь, короче, есть вот такие квадратики, напоминают таблицу Менделеева. Такой вот эффект. Мне вот очень понравилось, как они смотрятся на этих разводах. Смотрите. Видите? Просто... Справа, слева такой небольшой акцент. Очень даже хорошечно получается. И даже очень классно. Так. Да, вот здесь приделаем. Прям хорошо распределить. И предлагаю перекрыть все матовым топом. Получается очень красиво именно под матовым топом. Кстати, у вас много в регионе... Молодых мужчин начали делать маникюр с покрытием декоративным.
У нас вот за последний год прямо очень много. Причем, знаете, в таких неожиданных местах я встречаю там это. Либо официанты в кафешках, в ресторанах. Вот очень любят у нас дорогие заведения брать официантами именно мальчиков молодых, симпатичных. И у них, кстати, у многих часто бывает прям, даже представьте, у нас же город все-таки не Москва и не Санкт-Петербург, а мы, ну, как бы периферия считаемся. И то для нашей периферии, или я тут рассказывала, Наташа мне Грищина говорит, приехал мальчик, у нас есть доставка быстрая продуктов, самокат. И он с гель-лаком, причем не просто там с прозрачным покрытием, он с гель-лаком. Там, с дизайном. И он говорит, сейчас у меня постоянный клиент. Вот, да, Нейл Данил. Слушай, Данил, я тебе, по-моему, так фотографию не отправила. Напиши мне еще раз, напомни. Отправлю тебе фотографию. Вот, я к чему, смотрите. Вот эти мужские шермиконы, там просто очень классные именно варианты графики. Поэтому не нужно там смущаться слово, что написано «мен», что это значит только для мужчин. Они просто прикольные для вот таких молодежных абстракций. А сейчас молодежь, она любит делать очень яркие ногти, длинные ногти. И всегда это очень нестандартный дизайн. Вот у нас с вами получилась, видите, такая целая композиция. Еще раз напомню, это коллекция гель-лаков, тоже весна-лето. Называется Platonic Love. У меня, правда, видите, без наклеечек. 375, 373, 376 и 374. У многих дистрибьюторов уже есть наличие. И также есть на emishop.ru. Так. Ну, а мне, чтобы сделать красивую обложку для моего эфира, нужно зеленый фон. Мы с вами прощаемся. На этом наш такой быстрый эфир подошел к концу. Вот. Вот так даже. И какие вы симпатичные. Хочу такие ногти. Все. Всем пока-пока.